Коллекция якорей храма святителя Николая Чудотворца в Камышовой бухте пополнилась новым экспонатом. В память о принятии Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году Севастопольское отделение партии «Единая Россия» передало в дар старинный корабельный якорь. Такой подарок – поддержка одной из инициатив Севастопольского морского собрания по возрождению духовных традиций флота. Благословляется и освящается якорь скрепления в Одессе освященной во имя Отца и Сына и Святого. Моряки, когда попадали в шторм, не было креста рядом, молились на якорь. Поэтому вот сегодня мы в Свято-Никольском храме у нас, который вот... Жены моряков сюда приходят, мамы моряков, тех людей, которые в морях находятся. И вот сегодня мы, вот, скажем так, прикоснулись к этому храму.